а также новые виды транспорта из Калифорнии и Белоруссии, робот-строитель и медицинский эксперимент на грани фола. Это и кое-что еще в горячей пятерке удивительных открытий и изобретений со всего мира. В эфире «Чудо техники» — программа, в которой я, Сергей Малоземов, и моя команда все тестируем на себе. Вы смотрите «Чудо техники». Меня зовут Сергей Малоземов. И сейчас я расскажу, кому мы решили присудить серебро в нашем традиционном соревновании самых впечатляющих научно-технологических новостей недели. Второе место горячей пятерки. На бывшем танковом полигоне в часе езды от Минска начали испытывать транспорт будущего. Так, по крайней мере, называет свое детище белорусский предприниматель и изобретатель Анатолий Юницкий. Он предлагает запускать электрические кабинки или монорельсовые вагоны разной вместимости на легких рельсах, проложенных между опорами над землей. Внутри каждого рельса преднатянутый стальной кабель, струна, которая и обеспечивает прочность, не утяжеляя конструкцию. В планах у Юницкого и грузовые, и пассажирские варианты. Максимальная скорость должна составить 500 км в час. Первые, конечно, не такие быстрые. Заезды, которые удалось совершить нашей съемочной группе, внушают оптимизм. А Юницкий вообще уверен, что когда-нибудь человечество откажется от небезопасных автомобилей и перейдет на его транспорт. Более того, города станут линейными, построенными рядом со станциями. Ну а вокруг будет экологически чистая природа и грядки с полезными овощами и фруктами.